25 января в нашей стране отмечался один из самых креативных, бесшабашных и веселых праздников – День студента. По уже сложившейся традиции, славянские студенты собрались вместе, чтобы отметить свой молодежный праздник. С подробностями Надежда Неткачева и Александр Косицын. Этот праздник ждали каждый, кому знакомы такие слова, как недосып, экзамен, зачет, сессия. Управление по делам молодежи, комплексный молодежный центр «Континент» 25 января в парк-отеле «Уют» собрали студенческую молодежь на праздничную дискотеку. В рамках мероприятия состоялся конкурс на лучшую танцевальную программу среди учебных заведений города, где главным подарком стал абонемент на бесплатное посещение фитнес-центра «Ивафит» в течение месяца. Поздравительная открытка ректору, памятник халяве, угадай мелодию, флешмоб. Фантазии студентов не было границ. Жюри не смогло однозначно решить, кто же лучший. Поэтому места распределились следующим образом. На третьем месте техникум экономики и права. На втором – Анапский индустриальный техникум. А первое победное место разделили студенты Славянского сельскохозяйственного техникума и филиала Кубанского государственного университета. Надежда Неткачева, Александр Косицын, Георгий Калинин. Программа «События».